Блин, зараза. А нету скорострельной пушки-то, ну? 194 урона. А по скорострельной что-нибудь есть? А, это вообще один. Разрушитель пепельных. Это тоже один. Блин. Неужели ничего по скорострельнее нет? А вот это что? 3. Ну вот, это получше. Хотя бы 3. Делай что-нибудь, да? Говна кусок. А чё урона так мало? Промазал, что как так-то? Блядь. Ёб твою мать. Ладно, убивай меня. Тебя нахер. Самое поганое — это вот эта атака зеленая. Вот эта атака и червяки его непонятные. Блин, слушай, ну сложно. Пока что сложно. Оружием тоже еще ни хера не понятно. Может быть, здесь карабин нужен даже. Разрыватель цепей и... Пусть будет разрыватель цепей, допустим. Подожди. Тогда это не надо, а что надо? Если я живучесть поставлю, сильно это мне поможет. Разрыватель цепей.
Ну допустим. Не, ну разрыватель цепи ничего так вообще-то. Прокачать его надо так. Просто этот гемор с переключением пушек. Не особо радует. Это просто пиздец какой-то нахуй. Короче, хреновый трай.
Но я еще живой до сих пор. Уже нет. Блять, ну я же отпрыгнул, ёб вашу маму. Что-то, блять, хреново я его урон наношу, конечно. Может, правда, вблизи держаться лучше? Перезаряжайся, ты гандон. Блин. Блин! Ноль урона. Я что-то не понял. Что, блять, почему ноль-то? Кому стрелять-то надо? Хера не поймешь.
Бля, это просто пиздец, нахуй. Вот эта хуйня, блядь, зловещая вообще. Хотел. А. Где-то было от отравления фигня, которую хер найдешь, блять. Кошка, медведь, милостыня. Увеличивает урон незыблемость, уменьшает разброс оружия, увеличенный урон на большом расстоянии, снижает получаемый урон от кислоты. Ни хера не поможет, наверное. Гематома, блять, а не босса. Как его убивать, вообще непонятно пока что. Пятью хилками-то. Куда ты, сука, целишься, блядь? Не видишь цель, что ли? Кулак совета. А что такое кулак совета? Что это за хрень? Или это только один раз можно выстрелить, чтобы он... Я просто вот один раз выстрелил. Все, остальные по нулям. Делай что-нибудь, алло. Так и будешь? Блять, блять, она еще и станет. Это просто пиздец.
Бля, хамать. То есть все время вблизи держаться не получается. Как бы не хотелось. Надо, наверное, тактику другую выбирать. Вот башкой приходится крутить, конечно, но это ладно. Офигеть, а почему? Почему ему огонь так мало урона наносит? Гранатомет, в смысле. Допустим. Блять, этот пидор вылез. Как? Как? Ты в одну и ту же сторону будешь теперь спамить, сука? Блять, стреляй, что ли, пизда сушеная. Блять. Нихуя не попал. Ага, попал. Не знаю, зачем я их убиваю, но, наверное, надо. Так, тихо, нахер. Так, хорошо. Да ты заебал.
На нахуй, блядь. Геморройный босс, конечно. Ну все, тут мега-супер лут сейчас будет. Открываем или ну его? Да ладно, че, нахера он нужен? Шутка. Уничтожитель штормостражей. Что? Штормостражей. Ну ладно. Так, ладно, я на этом видео закончу. Дальше посмотрим, куда идти. А, вообще бронька-то как-то поменялась вроде бы. Что ли? Хрен его знает. Пока.